Яблоки – это не только вкусный, но и, несомненно, полезный продукт. В нем содержится множество микроэлементов. Диетологи считают, что этот фрукт отлично подойдет тем, кто хочет сбросить несколько килограммов. Но обо всем по порядку. Прежде всего, этот фрукт богат витамином С, который необходим для иммунной системы. Витамином А он помогает в обмене веществ и благоприятно влияет на кости, ногти и кожу. Витаминами группы В, которые обеспечивают нормальную работу пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем. В яблоках содержится железо, что немаловажно для людей со склонностью к анемии. Также этот фрукт богат йодом и клетчаткой. С вами пословицу о том, что скушай одно яблоко в день, и тебе не понадобится врач. Вот. Во-вторых, там содержится достаточно много железа. Ну, яблоки содержат много железа и, безусловно, полезны для здоровья. Они помогают похудеть. Вся еда, приготовленная на основе яблок, будет низкокалорийной. Вот, потому что глюкозы там не сильно много. Ну, можно яблочный пирог, допустим, приготовить. Можно приготовить там яблочное пюре. Салат фруктовый. Можно запечь яблоки в духовке. Вот, ну, свежие яблоки. Моченые, компот. Яблочный пирог, можно сделать сок. Кстати, диетологи говорят, что если добавить яблоки в свой рацион питания, то можно похудеть. Прежде всего, сам по себе фрукт содержит всего 40 килокалорий на 100 грамм. Лучше всего его есть за 20-30 минут до основного приема пищи, только до 16 часов, поскольку потом он начинает бродить в желудке. Диетологи считают, что для правильной работы организма необходимо съедать порядка 4 килограммов яблок в месяц. Это около 50 килограммов в год. Для тех, кто на правильном питании или на диете, следует отдать предпочтение зеленому сорту, в нем меньше калорий. Хотя красное яблоко тоже, несомненно, полезно.